На проходящем в Чебоксарах чемпионате России по легкой атлетике установили новый рекорд. Спортсменка Анжелика Сидорова прыгнула с шестом на 4 метра 91 сантиметр. Высота покорилась ей с третьей попытки. Так она не только стала новой чемпионкой России в этой дисциплине, но и побила рекорд легендарной Елены Исинбаевой. В 2016 году двукратная олимпийская чемпионка прыгнула на высоту 4 метра 90 сантиметров. Ее рекорд продержался целых 6 лет. Помимо Сидоровой, в тройку лучших вошли Полина Кнорос, прыгнувшая на 4 метра 65 сантиметров, и Елизавета Бондаренко с результатом 4 метра 45 сантиметров. Хороших вам новостей!